В Армавире немало улиц героев. Они нам напоминают о славных делах и подвигах уроженцев и знаменитых личностей, которые побывали в нашем городе. К ним еще относится Георгий Константинович Жуков. Именем названа улица. Он привел народ к великой победе в Великой Отечественной войне. Он побывал в Армавире 2 раза. Наша школа номер 7 тоже названа в честь этого великого прославленного полководца. Я очень горжусь этим.